Приветствую вас. И да, можно, многие эксперты работают за отзыв или за лучший ответ. Поэтому, безусловно, если планируется серия консультаций, то первую консультацию можно получить бесплатно, с этим никаких проблем не возникнет. А другое дело, что у каждого эксперта есть свои правила, устанавливаемые на этот счет. И мне кажется, что вполне возможно было бы при, значит, соблюдении определенных условий, такие, например, как выделение ответа лучшим, проконсультировать вас бесплатно первый раз, и с тем, чтобы вы как бы осознали, поняли, может быть, лучше бы стали доверять, и тогда уже в следующий раз более уверенно понимали бы, на что вы тратите деньги. Так что ваш ответ будет вполне положительным, и можете обращаться, попробую вам помочь. На этом все. Всего доброго. До свидания.